О-о-о! Давай, давай. Ага. Как бы то ни было, нам нужно когда-нибудь отправляться в шахту. И этот момент настанет именно сейчас. О, новая пещера, кстати. О, морковка! Морковка, морковка. Крутяк. У нас есть морковка. И вот я снова копаю примерно в том же месте. Вот. Да что это? Я прогеймер просто. Сейчас еще сдохну. Да не найдешь ты нифига. Ни одну алмазную руду не найдешь. Ага, конечно, не найду. Сколько тут уже прокопал? Ну, хотя... Блин. Это ты, что ли, рыбка сделала? Да, я. Все потому, что ты виноват. Все-таки надо было действительно не ловить эту рыбку. Достала она у меня же. С щитом копаю камни. Опа, вот мы и прибыли. А что будем делать? Давай-ка сюда. Боже мой, нет. Я успел все вещи сохранить. Бегом, бегом просто, мы обязаны туда прийти. Офигеть. Вот я как... Лоховский потерял, блин. Чуть ли не все вещи. Вот я, конечно, гений игры. Отец русской математики. Вот мы и прибыли почти. Кажись, все вещи в сохранности. Все, все вещи я взял. Все. Ух. Ладно, конечно, дурацкий я сделал, но давай копать дальше. А, ну хотя, давай сначала факелы везде понаставим. Где я там не подставил? Из-за того, что у меня Optifine стоит, или как он там называется. Который освещает все. Кажется, тут пещера какая-то есть. Ой-ой-ой. Я не про эту пещеру. Так, вот она продолжается тут. А вот тут она прям сверху. Вот мы и поднялись до нужного уровня. Опа, а вот это мне не нравится. Вы слышите его? Где, где, где? На тебе, на. Где? Вот, получай все. Наверное, сейчас золото мы возьмем это все, которое накопали. И дадим пиглинам. По крайней мере, нам оно точно не нужно. Им оно нужнее, раз они его так охотно меняют. Осушаем лаву. Как бы странно это ни звучало. Гравия становится все меньше и меньше, а лава только увеличивается. Нифига тут угля. Нифига себе пещерка. Испугался. Где испугался? Офигеть. Я главное ведь шаги услышал, а его самого не услышал. Опа. Еще одна пещерка. Сколько? Уже 28 золота. А мне не золото нужно, а алмазы. Это опять вверх идет. Так, стоп, золото.
Слышу тебя. Ну и где же ты, друг мой? Да, слышу я тебя. Жестко. Еще один. Нет, спасибо. Я что-то никак-то не хочу с тобой подружиться. А, давай, давай. Ну и все, теперь я готов тебя замочить. Да что такое? Бомбежка! Прям сыпется. Да что за бомбежка? На, мочи. Еще один. Ну не надо, пожалуйста, на меня нападать. За какие кости? Ага, не попал, да? Все. Да где алмазы-то? Все попрятались алмазы от меня. А у меня даже железа... Не хватает места для железа. Пугаете разные мыши. Понятно. Еще одна бомбочка. Да! Что за подстава? Что за бомбочка? Фу. Блин. Цветочек под землей. Вот тебе свет. Чтобы... Ух ты ж... Понятно. Я немножко ухожу от вас. Тебя, по сути, можно как-то выздороветь, но я не хочу. Выздороветь. Полечить. Да что за бомбежка, а? Прыгают прямо сверху. Где они все? Так, слышу. Блин, все они тут, короче. Я пошел отсюда. Вы слышите, нет, бомбежку эту? Понятно, за мной приехал ОМОН. А, так вот же алмазы! А чё их я не заметил-то? Ну, наконец-то. Давайте, бомбежка где? По поводу... незаконного нахождения алмазов. Где бомбежка? 100% они тут бомбят уже меня. Или я бомблю уже от них. Где бомбежка? Да не пугайте меня, летучие мыши, а. Вон бомбежка одна сидит. А, нет, две та же. Ну вы серьезно, да? А, нет! Я уж думал, сейчас рванет так рванет. Да где они все? Так, срочно надо перекрыть источник лавы. Таким вот образом. Все. Можно жить спокойно. Нет! Боже мой. Минус один алмаз, да? Ладно, это не так страшно. Было бы страшнее, если бы я сам сюда попал. Никогда не копай под себя. Правило любого майнкрафтера, которое никто не соблюдает. Сколько там километров-то? Все. Так. Я даже не знаю, как правильно подкопать. Еще бомбежка тут это прилетит сейчас. Ага, вот тут прям лава. Да что за... Сейчас я еще и умру, да? Все. Ну, на повезет, не повезет. Повезло. Повезло. Все. Пошли вы нафиг. 4 алмаза за такую долгую экспедицию. Это как-то маловато.
Опять что ли? Бомбы. Так, давайте обратным путем пойдем. Мне кажется, ну очень много прошли. Ну-ка. Где-то мы более чем 500 блоков прошли. Вот тут еще одна пещерка. Да как? Ну нифига себе пещерка. Опа. О-о-о. Давай-давай. Ага. Нечестный, закрути, вылез. Все, заснайперили. Ой, водичка, водичка. Я слышу. О, там экспедиция целая. По поиску. Нифига. Четыре. Срочно, нужен скелет. Нет, не убивай. Ого. Бомбануло так нехило. Понятно. Кто бомбануть меня хотел? Кто меня бомбануть хотел? Ага, вот тут. Понятно. Еще один. Ой, патроны кончились. Здорово, Стас. Фу. Как так-то? Как я сдох-то? У меня броня сломалась, что ли? Блин, сейчас еще все, лаву, если упадет. Это будет, конечно, очень круто. Иди отсюда, Стас. А ведро-то как без меня жить будет? Главное, чтобы ведерко выжило. Итак, мы почти прибыли. Вот то самое место. Ага. Понятно. Мочи, мочи, мочи! Воду, воду! Бомбежка! А, помогите! Грабит! Взрывает! Убивает! Тьфу ты! Здорово, Стас! Сейчас извинение факелом будет. Нет, не факелом. Так, у нас есть щит, у нас есть... арбалет. На. Так, топор, отлично. Где? Понятно? Понятно. О. Тупица. Быстрее броню, быстрее. Почему у меня в руках нет? О, еще с тобой драться, да? Не, я сейчас подожду немножко. Все взяли? Эндермен говорит, что да. А как вы думаете, ребята? А? Лайк поставите? Если думаете, что я все взял. Ну, где-то там, да? И вот уже мы чипанем. Я уж думал, что это криперы. Да все, давай, я умираю. Сейчас как мажор буду еще вместо блоков ставить руду.
А шлем что, сломался что ли? Ууу, походу шлем сломался. Ну чё, давай, где там эндермен этот? Здорово, эндермен. Красивая. О, круто, щит работает, оказывается. Ну, пока мы живы, я думаю, что нам пора смываться отсюда. Понятно. А ты где? Ах ты ж, атака с воздуха. Слушайте, а давайте Стаса поймаем. Как мы эту рыбку поймали. Только не ведерко, а в... кое-что побольше. Стас, ты где? Стас. Ладно. Он, походу, исчез без вести. Интересно, он объявится? Лишь бы нас не объявил мертвым. Вот мы и пришли. Теперь у нас вот столько алмазов. Так. Ставим на переплавку. Тут куча у нас всего. Отлично. Нифига себе, у нас железа сколько. Предлагаю сделать новую алмазную броню. Смотрите, у нас нет шлема. И давайте сделаем шлем для начала. О-о-о. И ботинки, что ли? Ну, придется сделать ботинки. Просто гениально. А остальное потратим на ремонт запчастей наших. Вот, например, это с этим. А это с этим. А, ну, зачем ремонтировать-то? А сколько у нас тут тростника выросло уже? Что-то я слишком большую тростниковую ферму сделал. Мне как-то не терпится все это собрать сейчас. Давайте хоть соберем. Посадим небольшой кустик возле дома. О, идеально. И начнем сбор. Будем собирать при помощи трески. Только не вздумай плавать. Рыбка! Рыбка! Все. Так, и теперь вот тут. Рыбка, рыбка, рыбка. Ах ты ж. О, сколько тут. Все нам в море ушло. Сейчас сожрете еще все. Стоять, не двигаться. Рыбёхи сейчас все сожрут. Сколько у нас хлеба, боже мой. 32 хлеба. Тут аж уголь кончился. Прикиньте, насколько тут много всего. Нифига себе, прожорливая, малой. Ах ты ж, баран, а. Действительно, блин, баран. Слушайте, пойдем-ка сюда. Ну, сейчас проверим. Можно ли так торговать, как я хочу? А, получай. Так. А вот здесь я хотел поймать пиглина. Ага, вот он. Пиглин, я хочу с тобой подружиться. Да, подружиться. Не уходи, пожалуйста, отсюда.
Да-да-да. Ага, пожалуйста. Все. Прекрасно. Теперь мы здесь должны сделать вот так. Вот сейчас сделаем. Это у нас будет такая торговалка с Пиглином. Боже мой, что я сделал? Мне страшно. Не страшно. И вот так будем торговать с ним. По-моему, рабочий способ. Зачем только я его закрываю сверху? Смотрите, вот я нажимаю сюда. Ему дается вот эта фигнюшка. О. Ох, блин. А что так? Можно было, что ли? Да, как-то долго торгует он. Хорошая торговля, сейчас только надо кнопочку переставить. Вот сюда. Бутылочка воды. Ой, вот спасибо. 29 кусочков железа. Все, короче, я его поймал сюда. Я буду сюда приносить слитки золотые. И буду его кормить, так сказать. По-моему, мы очень много сделали за эту серию, поэтому ее стоит уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. С вами был Супер Герчик, и всем гудбай!